Так, запашок, конечно, еще тот идет от него. Что ж там такое горит? Всем привет, колоночки. 515 XT, JBL, 500-я серия. Интересно, что работает вроде все нормально. Но... А тут внутри вот такой пожарчик. Вот он-то и коптит, и воняет. И при этом этот же белый, он работает. Уважение. Полагаю, это традиционные элементы выходного фильтра D-класса. Здесь бампинг. Ой, тут какая-то дичь тоже. Ужас. Что ж тут с ним было? Кто тут и вот так совершенствовал. Даже не представляю, зачем. Была такая надежда, что во второй колонке будет то же самое, что и первый. Первый вот погорел выходной фильтр. Детали купленные. Даже с запасом по прочности, чтобы не лазить туда больше. Но во второй оказался убитый блок питания. Выходные ключи как минимум убиты. Что там по рассыпухе? Будем смотреть. История немного затягивается. Приехали детальки. Сейчас поменяю вот эти два ключика ДБТ-шных. Посмотрим, что получается дальше. Надо ли всю еще обвеску менять. Как минимум катушечка источника питания 15 вольт в обрыве. И на выходном конденсаторе видно, что источник питания почти закорочен. Там десяток Ом. У меня есть вторая плата от второй колонки. И там как раз все совершенно не так. Поэтому по очереди придется проверить. Раз чип. Два чип. Три чип. Это вот самое первое. Вариантов, кроме как снимать, ставить назад, проверить, нету. Будем надеяться на удачу. Начнем с операционника определения напряжения сети. Может, его даже назад и ставить не надо. Если повезет, дело будет в нем. Если нет, поехали дальше. Судя по тому, что ключи выходные легли, скорее всего, здесь будет и это. И это, и это. И может быть и это. Хотя это на 15-вольтовом источнике. Надеюсь, он заведется после замены катушки. Ну вот вроде и все. Оба модуля получились. Немножко попили кровь. Буду собирать ящики. Там проверю, прогоню. Если что-то еще не так, будет продолжение. Но скорее всего все будет так. Пока, всем пока.